Здравствуйте, меня зовут Августина, и вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Впереди нас ждут долгожданные выходные, и у нас есть множество интересных предложений для вашего досуга. Какие культурные события ждут вас в ближайшие дни, расскажем прямо сейчас. В это воскресенье в 16:00 в Самарском литературном музее пройдет интерактивная лекция для детей и их родителей. Искусствовед Катерина Сокол расскажет посетителям о жизни и творчестве русского художника Василия Суркова, а также проведет традиционную викторину. Самарский театр драмы вновь порадует зрителей своими постановками. Так в эту субботу в 13:00 состоится спектакль «Завтра была война», рассказывающий о школьниках, ожидающих перемен. А в воскресенье в 18:00 жителей и гостей города ждет постановка «Дети солнца», основанная на произведении Максима Горького. Музей-галерея «Заварка» подготовил для жителей и гостей города пешеходную экскурсию на встрече модернизму. Посетители узнают о жизни и деятельности архитектора Вагана Каркаряна, а также увидят уникальные памятники деревянного зодчества уже в это воскресенье в 13:00. Центральная городская библиотека имени Крупской приглашает читателей принять участие в литературном салоне «Бунин». Вас ждет прочтение 9 главы романа «Жизнь Арсеньева» в это воскресенье в 17:00. Выбирайте то, что подходит именно вам, и отправляйтесь отдыхать. Желаю всего самого хорошего. До встречи на следующей неделе.